своими глазами. Сотрудник Бельцкого территориального военного центра был задержан сотрудниками НАЦ на месте преступления по делу об извлечении выгоды из влияния. Он пообещал молодому человеку отсрочить процесс призыва на военную службу. Согласно материалам дела, военнослужащий утверждает, что имеет влияние на публичных лиц в Единском военно-территориальном центре, потребовал от заявителя 1400 евро за то, чтобы помочь ему отсрочить процедуру призыва за военную службу, пока он не достигнет предельного возраста в 27 лет. С последующей выдачей военного билета, передает noi.md. Деньги были переданы вчера подконтрольным сотрудникам НАЦ, и сразу после их получения подозреваемый был задержан на 72 часа. Уголовное преследование продолжается процессуальным руководством прокуроров Бельцкой муниципальной прокуратуры.